Всем привет! Мы сегодня с вами вяжем такой вот узор. Он кажется объемным, интересным. И его же мы будем с вами использовать в вязании тапочек. Вот у меня есть уже одна заготовочка. Сейчас эти тапочки в проекте. Как только мастер-класс будет готов, я вот здесь вот добавлю ссылочку. А сейчас просто с вами ознакомимся с таким узором. Как мы его будем вязать? Вяжется он очень легко. Его можно вязать двумя, тремя и множеством других цветов. Можете сочетать свои любимые цвета, что я здесь и сделала. Вот. Для образца нужно набрать количество петель кратно 6, плюс 4 петли для асимметрии и плюс 2 кромочные петли. Я сейчас этот образец вязала из 3 цветов. Сейчас будем с вами вязать из 2 цветов. Вот такие у меня будут голубой и желтый. И начнем мы с вами с набора петельчик. Наберем немного, буквально на 3 раппорта, с учетом 4 для симметрии петелек и 2 петель кромочных. Я набрала 24 петелечки. И теперь мы немножко отступим с вами от края, чтобы было удобнее вязать. И как вот здесь на образце, я провяжу несколько рядов простой резинкой 1 на 1. Это делать не обязательно, просто мне так будет удобнее вам показывать этот узор. Я провязала буквально 2 ряда резиночкой, и теперь мы с вами приступаем к узору. Начинаем вязать узор с изнаночной стороны и вяжем первый наш ряд изнаночными. Довязали первый ряд, переворачиваем. Второй ряд вяжем лицевыми. Второй ряд закончили. Переворачиваем на изнаночный. Это у нас третий ряд. Вяжем мы его изнаночными. Итак, провязали мы с вами 3 ряда. Теперь переходим к узору. Мы с вами меняем цвет, вводим в работу новый цвет. Я привяжу к основной ниточке сейчас новый цвет и начнем вывязывать с вами узор. Вот так вот привязала. Теперь у нас в работу вступает желтый цвет. Голубой пока что откладываем и вяжем следующим образом. Сразу же первую кромочную мы провязываем, чтобы ввести как можно быстрее в работу желтый цвет. Провязали лицевой. И дальше делаем следующим образом. Отсчитываем 2 петли между второй и третьей. Вот так вот спускаемся вниз, в самое начало наших лицевых петель, а точнее раз, два, три, на 3 ряда вниз. Вот сюда. Захватываем нашу ниточку и вытягиваем ее. Перемещаем на левую спицу и провязываем желтую петельку вместе с голубой. 2 вместе лицевой. Раз. Теперь 2 лицевые. Раз. Два. Теперь снова правую спицу вводим в то же место, на 3 ряда вниз, вытягиваем петелечку и провязываем вместе с голубой петлей. И теперь провязываем еще 2 лицевые. Такой у нас был раппорт. Давайте повторим его заново. Раппорт у нас начинается с того,
что мы отсчитываем 2 петелечки, спускаемся на 3 ряда вниз и вытягиваем с этого места желтую ниточку, провязывая вместе с голубой. Одна петля, далее 2 лицевые, снова вытягиваем петелечку и провязываем вместе с голубой петлей. Так, дальше у нас 1, 2, 2 лицевые. Далее раппорт повторяется снова. Это у нас 2 раппорта уже. Дальше 3. И заканчиваем мы уже последний наш раппорт, и в конце у нас остается вот 4 петелечки. Здесь мы также вывязываем, вытягиваем вот 2 петли. Это такое именно наши 4 петли, которые мы набирали для симметрии. Здесь будет располагаться не полный раппорт. Вот, последнюю провязываем кромочной. Теперь переворачиваем. Следующий ряд вяжем полностью изнаночными. У нас был 5-й изнаночный ряд. Теперь мы с вами переворачиваем вязание. 6-й ряд вяжем полностью лицевыми. Провязали лицевыми, теперь переворачиваем. У нас 7-й ряд, мы его вяжем изнаночными по узору. Восьмой ряд, здесь мы с вами снова возвращаемся к голубому нашему цвету, вот он у нас. И теперь наши вытянутые петелечки вот эти будут располагаться в шахматном порядке. Это у нас уже 2-й раппорт. Итак, сразу же первую петлю провязываем голубой ниткой и провязываем 1, 2, 3 петли лицевыми. Далее снова отступаем, 1-2 отсчитываем петлю, спускаемся вниз, то есть там, где у нас стыковались ниточки, где у нас как раз была перемена ниточек, и с этого места вытягиваем первую петелечку, провязываем вместе с желтой. Дальше 2 лицевые, и с этого же места вытягиваем 2-ю петлю, провязываем вместе с желтой ниткой, с желтой петелечкой, и 2 лицевые. Раппорт у нас уже сдвинулся на вот эти вот 3 петелечки, и поэтому дальше будут располагаться все элементы в шахматном порядке. Снова мы отсчитываем 2 петли, вытягиваем голубую петелечку на 3 ряда ниже, провязываем 2 лицевые, снова вытягиваем голубую ниточку. Вот она. Провязываем вместе с желтой. Дальше провязываем еще 2 лицевые. Снова пропускаем 2 петли. Отсюда вытягиваем снизу петелечку. Провязываем. Теперь 1, 2, 2 лицевые. Снова вытягиваем петлю, провязываем вместе с желтой и заканчиваем мы раппорт, провязывая 1, 2,
3 лицевые, последняя кромочная. Итак, смотрите, мы провязали, сейчас начали уже второй раппорт вязать. Дальше мы с вами вяжем 9, 10 и 11 ряды так, чтобы с лицевой стороны у нас получалась лицевая гладь. То есть сейчас вот будет 9 ряд изнаночный. Десятый ряд переворачиваем лицевой, мы вяжем его лицевыми. И одиннадцатый ряд вяжем изнаночными. Довязали мы, теперь переворачиваем. У нас сейчас 12 ряд, а это повторение нашего первого раппорта с 4 ряда. Итак, на этом этапе мы можем с вами вести еще третий цвет, но я уже вводить и вязать дальше не буду. Принцип вязания понятен, вот я показала на двух раппортах, дальше это все повторяется и чередуется, повторяем с 4 ряда. Все, надеюсь, вам все было понятно. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы. А я пошла готовить для вас новое видео с вот такими вот тапочками. Всем пока-пока!